Всем привет! Сейчас у нас на тесте вот такая римская свеча. Хохлома. Это мини-салют. Тут 8 залпов. Вот 8 залпов. Четыре эффекта. Четыре эффекта. Первый эффект первый эффект. Разноцветный комета разрывается сферами из серебряных хворостов с красными и зелеными огнями на концах. Второй эффект — серебряных хворостов с серебряными огнями на концах. Третий эффект — серебряных хворостов с красными огнями на концах и синих огней. И четвертый эффект — это трещащих огней. Красиво! Стоит 240 рублей. Вот тут инструкция. Вот. Фирма «Огненный цветок». Маркировка ОС-5250. Вот здесь вот снимается предохранитель и вот тут фитиль. Ну вот, еще раз, пожалуйста, осмотрите. Сейчас пойдем тестировать. Установили. Давай. Ух, сейчас будет фигачить. Вау. Вау. Класс. Вот это красота. Все. Вот что осталось от нее.